Кофе свой. Здоровый. Нормально, пойдет. Сегодня у нас месяц со дня рождения поросяток. И сегодня они будут уже ехать жить, так скажем, на свое постоянное место жительства к новым хозяевам. Сегодня должны поросяток наших уже купить, собрать. Сегодня четверых, там на днях еще четверых. Сейчас мы взвесим, посмотрим, что он с весом в месячном возрасте. Смотрите, вскочили. Мама им так не расслабляет их сильно. Не кормят все время, у них строго почасовался. Маму уже выцедили полностью. Сейчас глянем вес. Так, ну вес уже у него 8,5 килограмм, потому что взвесили. Возьми его так на руки, брат. Вот что ты орешь? Придержи ему, Паша, не орал. В принципе, видите, все нормально. Ухи есть, яйца есть, лапы здоровые, все, отпускаем. Вот 8,5 килограмм поросенок, там есть чуть побольше, наверное, чуть поменьше, будем считать, что средний вес, в принципе. Я думаю, нормальный результат для месячного поросенка. Так что вот так вот, сейчас мы продадим их, цена 900 гривен за поросенка. Люди приедут, заберут. Я думаю, вес они будут набирать хорошо. Смотрите, как мамочку высосали. Капец, смотри, горбы повылазили. Пора ей уже тоже немножко отдохнуть от них. Да, только неделю назад еще было побольше. Да, быстро. Они большие становятся. Девочки немного так помельче. Мальчики покрупнее, ну так всегда, наверное. Кабанчики получше. Да, кабанчики растут побольше. Ну, в принципе, все. Сколько часов хоть? 12 очков. Шестака, да? Да. Середина августа, 13 августа, 2019 год. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго. В следующем видео расскажу, сколько же я заработал денег с них, когда всех продам.